Да, сегодня ночью. Ну, а сейчас-то? Ну, сейчас чувствуется дискомфорт, понятно? Дискомфорт чувствуешь? Да. Но не такой, как был? Ну, лучше. Лучше. Какой колено? Утоле. Ну, святой, спасибо тебе. Благодарю тебя, Господь. И если ермо разрушено, значит разрушено полностью. Аминь. И я благодарю тебя, что прямо сейчас колено полностью исцеляется и освобождается. Во имя Иисуса Христа. Принимаю. Как сейчас колено? Но сейчас сильно костерка мешает. Мешает? Сейчас легче стало? Ну, чуть-чуть. Еще чуть-чуть стало легче? Да. Что-то сдвинулось сейчас? Ну, пока нет. Не. Может сдвинуться. Может сдвинуться. Хорошо, друзья. Ну, если такие случаи происходят, знаете, непонятно. Что вы делаете? Вы продолжаете? Да. Дополните. Господь, спасибо тебе, благодарю тебя. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Дух Святой. Во имя Иисуса Христа сейчас хоть дай на место. Дай на место. Дай на место. Во имя Иисуса Христа. Вот, вот так. Вот, вот. Вот оно в моих руках начало двигаться. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Следующий вопрос опять спрашиваешь. Ты же не видишь? Что-то внутри колена. Как сейчас колено? Ну, так же самое. Так же самое, косточка торчит? Да. Проверяй хорошо. Да я проверяю. Миниск у него тоже взял. А? Миниск проверял. Хорошо. Господь, спасибо тебе. Благодарю тебя. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо за то, что исцеляешь и освобождаешь. Благодарю тебя. Господь, я благодарю тебя. Отец. Отец. Я молю тебя, Господь, о новом миниске для него. Прямо сейчас, Господь, я благодарю тебя. Я беру из твоего царства, Отец, новый миниск. Новый миниск. Обычно, когда в таких случаях ты говоришь, в твоем сознании буквально создается логический аспект, что есть хранилище. Вот и притовые. Там есть все. И миниски. Написано, если все, что не попросите, у отца во имя мое дам вам. Мы как бы послали заявку. И небесная почта принесла нам в эту руку. Вот она лежит в моей руке. Нормально? Нормально. Пойдет? Пойдет. Знаете, это похоже как на игра, но в этом действии есть глубокий смысл, убеждение, факт. Ты настолько привязываешь свой разум, свое мышление к существующему факту, что сейчас в твоей руке существует орган. Ты его не видишь. А, может, я что-то чувствую, какое-то что-то такое непонятное, но вопрос даже не в том, что я чувствую, не чувствую. Это факт. Факт веры. И ты благодаришь Бога за новый миниск и говоришь во имя Иисуса Христа, новый миниск. После того, когда ты сказал, в этот момент может происходить несколько вещей. Первое, это может быть моментально проявляться. Вот все, вот я видел это много раз. Или будет это со временем. Что это значит? Менять и менять. Что такое? Или так, однозначное исцеление существует. И оно происходит. Как сейчас? Ну, лучше. Походи. Ну, походи. Да я могу даже попрыгать, если надо. Попрыгать? А раньше прыгал? Раньше прыгал, но только не там. Да. А что, как датчик? Да. Хорошо, ну давай еще попрыгать. А давай налево ноги попрыгать. Не получится. Получится. Нет, потому что я не могу на ногах. Ну хотя бы в целом не раньше не прыгал. Никогда. Ну я понял, что никогда не прыгал. Сейчас как дальше прыгать. Это ж новый министр, правильно? Да, нет. Вот так происходит чудотворение, друзья. Чуть-чуть. Ну чуть-чуть. Там. А теперь на той ноге. Давай. Брат, подержи. Воскрещен духом. Нет.
А, ну присядь, давайте, присядь. Присядь. У-у-у! Слава тебе, Господи. Молодец. Все нормально? Да, все нормально. А теперь попрыгай на правой ноге. А теперь на левой. Я имею в виду, что приехал, что у меня нахал. Хорошо, давай иди там, тренируй.